Два месяца назад в рамках своего визита в 10-й Одинцовский лицей глава округа Андрей Иванов пообещал подарить ребятам из кружка юных программистов квадрокоптер. Школьники и сами собирают беспилотники, используют их на уроках географии и для съемок школьных мероприятий. Новая модель откроет лицеистам больше возможностей для реализации своих проектов. Среди них проектирование 3D-модели школы и создание хорошего освещения на пришкольной территории. Этот аппарат отличается камерой, у него намного лучше камера, и у него время, дальность и высота полета гораздо выше, лучше и дольше, чем у наших. В этот раз юные инженеры из кружка программирования квадрокоптеров встретились с главой Одинцовского округа в кафе парка Малевича. Ребята рассказали, как проводят свое свободное время и куда хотели бы поступать после школы. Обсудили вполне взрослые темы о жизни в современных реалиях, ушедших из России иностранных компаниях, заблокированных в соцсетях. А Андрей Иванов вспомнил о своем детстве, когда не было ни интернета, ни смартфонов. Сейчас мы с вами обсуждаем квадрокоптеры, а тогда мы очень популярны были кружки авиамоделирования. Делали своими руками модельный самолет, заправляли керосином, да, и, соответственно, летали, у нас были соревнования, мы очень гордились, такой у нас был. По большому счету, все это напоминало кружок «Сделай сам». После чаепития ребята открыли подарок главы и вместе с Андреем Ивановым отправились на улицу, чтобы оценить возможности нового летательного аппарата на практике. Также юные IT-специалисты провели показательные выступления квадрокоптеров собственной сборки. А в завершении встречи гостей ждала экскурсия по парку. Наталья Гончарова, телекомпания «Одинцова».